Всем привет, ребят. Ну что, пилим дальше годный контент, делаем новую прокачку Огнекрыла, нашего нового героя. Он у меня вот с Бастом был прокачан. Сейчас мы потеряем ему девственность, скажем так, будем открывать коробки. Вот следующий талантик у нас сразу же выпал ожог. Так, секундочку. Так, Бигфут у меня с ожогом уже есть, мне интересно. Хорошо, значит, пилим ему ожог. Что делать? Ожог так ожог. Поменять, заменить. Улучшаем и побежали тестировать в такой сборке. Посмотрим разницу между ожогом и бастионом. Думаю, с этой сборочкой он интересный будет, кто смотрел обзор на душика с ожогом, у которого тоже уклонение повышено. Там просто жесть. Ну, давайте еще одну коробочку вот откроем. Сразу выберем, какой будет тест следующий. Бог войны, бог войны, бог войны. А бог войны мы знаете кому влепим? Мы влепим вот сюда. Поменять, заменить. А что в следующей коробочке у нас? А в следующей коробочке у нас огненная защита. А огненную защиту знаете, кому мы влепим? Мы влепим ее вот сюда, ребят. Вот так вот. А в следующей коробочке у нас утекание жизни. Нафиг не надо. Сменить. Ярость тоже не нужна. Замедление не надо. Коррозия не надо. Бастион. Бастион ставим сюда однозначно. Поехали дальше. Вот так вот коробочки уходят. Берс, бесполезный талантик. Еще один бастион оставим пока. Возможно, кому-то его поставлю. Так, давайте докачаем этих. Так, тут семерка. Улучшить. И будем потом уже тестировать. Еще раз запилю вам, какой талантик лучше. Возможно, сделаю новую рубрику. Так, обмен славы. Нам надо 20 штук. Окей. Окей. Улучшить. И тут Бигфут. Все, есть. Восьмерка. Восьмерка вернули обратно. Так, ну что, идем к нашему Огнекрылу. Просто пипец. Я, ребят, целый день пилю видосы. Запарился, но это того, думаю, стоит. Так, ставим сюда снять. Управление рунами, пятерка. Преобразовать. Так, где мои все психощиты? Вот психощит. Есть. Отлично. Где наш Огнекрыл? Вот он. Ставим ему психощит. То есть он сейчас у нас будет максимальной сборки, как на уклон. То есть по максимуму его сейчас прокачаем по поводу... Так. Так, 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 так. Не то нажимаю. Вот сюда. Непривычно еще. Есть. Артефактом ставим ему меч молнии. Руны стоят. Тут меняем, ставим ему слона, который дает еще шанс уклонения на 30%, увеличивает. У него самого уклонение 4750 плюс 3000 еще будет идти бонусом. Ну, я думаю, сейчас будет очень круто. Плюс меч молнии, плюс ожог. Я думаю, это будет новая, ребята, имба. Ну что, поехали его тестировать. Выпускаем, смотрим. Ну, стрелок ему пофиг, честно говоря. Вот он себе хиляет. Ну, стрелок бьет, но у него быстрый набор энергии, поэтому он в любом случае включится быстрее. Плюс у нас куча уклонения, невосприимчивости всякие, видите? То есть он себе свободно идет и сносит. Насрать ему на стрелка. Интересно будет, как он будет в PvP локациях. Сейчас посмотрим. Но мне уже даже так нравится. Урона, конечно, меньше, чем у бастиона. Так,
Так, смотрим, идет к героям. Мисс, 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 мисс. Ой, да это круто. Это что такое? Он просто на всех нахрен паралич наложил и просто поимеет сейчас их всех. Смотрите, мисс, 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 мисс. Ребята, по-моему, ожог это будет окончательный вариант. Но это не точно. Нас слили. Ёпта. Что это было? Надо будет это вырезать. Так, поехали тут посмотрим. Так, кто тут у нас? Стрелок тоже есть. Давай, Бигфут, иди сюда. И Фрея. Ну, Фрея убила. Без вариантов. Против Фрея, к сожалению, любой талант без вариантов. Так, смотрим, что тут. Поехали. Такая сборочка, максимальный уклон, она имеет место в PvP локациям. Так как он... Смотрите, как он дамажит. Включил, конечно, черепа. И сейчас Фрея придет и опять нас задамажит. Но вот такая вот сборка дает возможность герою дольше прожить. Но не в случае против Фреи. В общем, один на один Фрею он должен выносить. Но это не всегда и не точно. Так, ну давайте тут. Уклонений, конечно, хватает. Вот, повелитель бури врубился. Давай, давай, хиляй себя. Ну, где же отхил? Не успел. Жесть. Забурили его. Сделал повелитель бури в нем дырочку. Так, ну давайте еще. Интересно, интересно посмотреть разные варианты. Ну, как вариант, думаю, интересно будет с ожогом. Урона, как видите, он наносит немало. Отлично просто. Ну, Фрея опять же слила. Ну, против Фреи сложно. Если Фрея активирует своих голубей и ее вовремя там не застанет, это полностью жопа будет. Так, смотрим тут. Сейчас пойдем по ВП локации посмотрим. Но пока вроде ничего так смотрится. Просто бешеный урон. Он как танком по них бегает. Смотрите, Дрейк, Анубис. Паралич просто жесть. Смотрите, вот вводит в паралич, все, героя 3 секунды просто стоит и нифига сделать не может. Это очень-очень огромный бонус и плюс этого героя. Если он будет бить массово, сейчас я это покажу на лабиринте, это будет просто жесть. Вот даже хранитель там есть. Насрать ему на хранителя. Вот он об хранителя начал сливаться наконец-то. Вот, видите? А БВшный бы давным-давно там или на атаку слился бы уже. По урону, я думаю... Особо его прокачивать, там, бог войны или грубую силу на него ставить. Да, он будет бешеный бить, но он сольется на любой же... А вот миссы, вот это, я думаю, очень, очень интересный вариант. Смотрите, они миссуют по нему, и все отлично. Просто, просто огонь, герой. Зашел, унизил. Так. Вот, Некрос есть, отлично. И стрелок. Смотрим. Вот смотрите, Некроса паралич тоже вводит. Просто супер. Отхиливает себя. Ну, мне это нравится. Не знаю, как вам. Так, слили. Слили, нахрен попали по нему. Но вот это вот воздействие паралича очень интересное. Побежали сразу в жару его кинем. Вот опять паралич, они просто не успевают. Он включился. Урона, как видите, и так хватает. Урона действительно у него хватает. Ему надо либо каменка, либо ожог. Вот это самый топчик для него будет. Но мне нравится с ожогом. Даже хранитель, он включился, пофиг на хранителя. Отлично. Просто отлично. Где бы еще такой герой просто вылетел против шестерых и расхуярил их, скажем так. Так, смотрим дальше. Ну, просто нет слов. Потому что вы видите, просто нет слов. Молчанка не прошла, уклонение до хрена. Не пройдет молчанка.
Давай, 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 давай. Вот умение его активируется рандомно, как видите. Ну, слили. Ну, не знаю, мне нравится. Пишите в комментах, как вам такая сборка. Побежали, потестим его на подземках. Интересно на подземках посмотреть. По стандарту идем на жестокую. Сюда. Смотрим, что у нас тут получится сейчас. Урон достойный. Однозначно урон достойный. Бастион, конечно, урона больше было, но и тут этого хватает с головой. А вот уклонение как раз то, что ему надо. Смотрите, как героя слил своим этим умением. 10 ударов за 2 секунды. Просто супер. Ну, крита, как видите, нет. Мы убрали его с топора, но по поводу уклонения все просто отлично. Вот сейчас против мест будет. Вот он их вводит в паралич, и все. Они стоят 3 секунды, они ничего сделать не могут. Сейчас опять должен вести, и они опять 3 секунды будут стоять. Ну, достойно, достойно. Смотрим такое исполнение. Как по мне, оно более универсальное с ожогом. Отлично. Просто отлично. Кто смотрел Бастиона, его Бастион и так не тащит. Как этот. А этот реально тащит. Да, мне кажется, все-таки Бастион ему кайфово, но ожог, как по мне, вот смотрится сейчас намного круче. Даже урона меньше, но в плане выживаемости. А если он выживает, он у вас хилит сам себя. Вот такие вот чудеса он будет творить. Круто. Реально круто. Не перестаю удивляться этому герою. Долго я его ждал на китайке, но, видите, получилось. Пришел он к нам на основе, и действительно, это огонь. Да, это оно, ребята. С ожогом действительно смотрится очень и очень круто. Так, что там дальше у нас? Ну давай, дотаскивай уже. Пойдем еще в лабиринте протестируем. На PvP локациях такая сборка тоже будет очень крутая. Сейчас протестим его еще в забытой. Посмотрим, как он будет стоять с Бастом. Вы видели, что он делал. Посмотрим на такую сборочку. Ну, тащит, тащит. Не успеет, конечно, он все затащить. Придется выпустить всех драконов. Достойно. Урон держит. Миссы просто... Просто топчик. Не успеем все затащить, к сожалению. Вот смотрите, там даже другие проседают. Круто. Однозначно круто. Побежали в арену. Вы на... Под... Так, вызов. Старт. Смотрим. Ну, тут ему ничего не могут сделать. Тут, конечно, нас сейчас обойдут, скорее всего, да. Но, судя по жизни, что вы видите, его просто нереально слить. Ну, реально слить, но... Так, давайте обновим кого-то другого. Вот давайте этого. Ну, интересная сборка. О, отлично, по центру идут. Так, хранитель. Вот он с ожогом сейчас. Он просто вел их всех в паралич на 3 секунды. Так, там Фрейя есть вражеская. Просто жесть. Вот это кайф. Вот это героя добавили. Все, слился. Слился об отражалку. Ну, стоит, урон держит. Достойно. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Дальше идем вот сюда. Лабиринт. Я хочу его здесь А, у нас нету лабиринта. Закончился лабиринт. Обидно. Обидно, обидно. Идем, значит, в забытую. Создать команду. Он у нас один стоит. Все, побежали. Омега, поехали. Смотрим здесь.
Так, смотрите по поводу миссов, что делается сейчас. Вот он ввел их в паралич всех. Ну, восстановишься, успеешь? Ну, чуть-чуть не хватило. Ангела не хватает, как видите, от хила не хватает. Можно утекание ему ставить. Но так очень-очень неплохо. Шок, шок просто, просто шок. Смотрите на Бигфута с каменкой. Почему я сделал Бигфута с каменкой, думаю, вы сейчас все поймете. Шо, Фрея, лососнешь? Лососнула Фрея. Биги офигенный, просто с каменкой, просто топчик. Так, ну тут мы должны их затащить однозначно. Есть, без проблем. Есть. Давайте еще возьмем попытки. Надо же его как-то протестировать. В общем, мне нравится такая сборка больше, чем с Бастом. Но я хочу еще протестировать с каменкой его. Как он с каменкой будет смотреться. Очень интересно. А так вроде неплохо. Вот смотрите, Афина. Афина, Ворожей. И они просто ни хрена ему сделать практически не могут. Но вот это, я считаю, вот эта топовая сборочка будет для него. Уклонение в максимум, в потолок. И все. И сколько он урона не получает. Это жесть. Это просто жесть. Они просто мисуют по нем. Да, он их там не может из-за ворожая слить. Ну просто жесть. Даже хранитель был, который включается. И ни хрена не могли сделать. Супер. Просто супер. Я думаю, эта сборка получше, однозначно. Ожог — это все для него. Ну, соберу второго на урон. Отдельно запилю видос. Так, может, этого переделаем, посмотрим. Вот, в принципе, все, ребят. Вот такая вот... Где ты? Вот ты. Вот такая вот сборочка у нас. Я считаю, это... кайфовая сборка для него, и ожог все-таки ему зайдет лучше, чем все остальные таланты в плане универсальности, плюс психощит, плюс максимум уклонений. Это просто вау. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, стараемся для вас, пилю дофига контента сегодня. Всем пока.